Так, так, так что ж ты такой бешеный, ёлки-палки, да как? Так, и нажимаю на кнопку, шарик, ты куда убежал? Да, точно. Всем привет, дамы и господа, это канал Game Movies, и сегодня я продолжаю проходить Red Ball 3. Так, 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 я прошел, кажется, 4 уровня. Да, 4 тут звезды есть, а на 5 звезд нету. Так что теперь у нас 5 уровень впереди. Так, и здесь у нас... Так. Так, 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 эти ящики будут колебаться, ёлки-палки. И как мне нижнюю звезду забрать? Ну, что это такое? Что, как это вообще возможно? А, стоп, я же... А, я забыл, я ж тут не тону, кстати. Все нормально. Эй, а чё, я выбраться не могу, что ли? Стоп. А, не, могу. Все в порядке. Зря паниковал только. Ой. Так, давай, выплывай отсюда, шарик. Да что же это такое? Не, что-то подождите. Только что же получилось. Так, ладно. Шарик вылез. Теперь я почему-то не могу забраться. Потому что она качается, наверное. Так, ладно, еще раз, но только с разгона нужно. Так. Да ёлки-палки, что же это такое? А, кстати, я же еще не проверил, может быть тут где-то ходы есть потайные. Ну-ка, точно, вот он. Вот, это, оказывается, еще потайные ходы есть. Вон оно как. Хорошо, что я сразу не запрыгнул на этот ящик, а то бы я забыл, наверное, проверить. Так, так. Да что ж ты такой бешеный, ёлки-палки, да как? Ребята, это вообще какая-то жесткая ситуация с этими ящиками. Так, ладно, эта игра глючит или у меня что-то подлагивает, потому что я замечаю, что какие-то глюки все-таки с ящиком были там, в прорисовке. Так, ладно. Сейчас я вылезу отсюда. Да ёлки-палки, почему так резко в этой игре все происходит? Да. Так, 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 так. Наверх? Наверх. О, отлично, наконец-то. Наконец-то я прошел это. И здесь мне нужно, видимо, проехать вниз. Да, вниз едем. Ага. Смотрите, тут какие-то шипы. И, кстати, наверху было... Ой, не шипы эти, прессы. Какие шипы? И наверху, вы видели, там была звездочка, я ее не смог забрать. Так, проверяем сразу потайные ходы с левой стороны. Так, стоп, может повыше он? Да, вот он. Ну, так и знал. Так, забираем звездочку. И идем тогда назад. И, наверное, уровень пройден. Да, готово. Отлично, уровень закончен, идем дальше теперь. Так, смотрите, тут какая-то кнопка. И что она делает? Она идет, смотрите, провод идет вот сюда. Только непонятно, что он будет делать. А, выдвигается, только откуда он, интересно, выдвигается? А если я отпущу, наверное, он в обратную сторону поедет. Да, и мне нужно успеть... А, через эту прыгать нельзя. Вот оно как. Тут нужно секунда в секунду, потому что если секунду помедлишь, то уже, видимо... Все, давай! Отлично! Так, а я что, вверх не могу зап... А, вот. Смотрите. Тут шар наверху, а впереди шипы. И мне нужно каким-то образом... Я думаю, шипы я перепрыгнуть не смогу, мне нужно катнуть шар и просто на нем сверху ехать. Так, давай, катись. А я буду запрыгивать на него. Ой. 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 Ой, звездочку не забрал. Не успел звездочку забрать. Так.
Так, секундочку, что-то я не понял. И как мне... А, тут прыгать в другую сторону нужно. Так, сейчас я попробую запрыгнуть на этот ящик. О, близко, близко, близко был. Так, да ёлки-палки. Нет, это какая-то задача невыполнимая, мне кажется. Так, стоп, может я отсюда смогу звездочку забрать? Ну-ка, попробуем сейчас. Да, я смогу, но только я слишком сильно перепрыгнул, кажется. Да, слишком сильно был запрыгнул. Нужно чуть-чуть поменьше прыгать. Вот так. Нет, чуть-чуть все-таки побольше нужно было. Немножко не рассчитал в этот раз тоже. Так, вот так вот, ровненько, отлично. Эту звезду забрал, но вон за той звездой я, наверное, уже никак не вернусь, мне кажется. Или если можно... Хотя, если ящик туда подвину, то я его обратно не смогу в воду запихать. А без этого ящика я не смогу до флажка вылезти туда. Так что, ребята, ту звездочку в такой ситуации, наверное, нельзя забрать никак. Только если заново пройти. Так. Что-то я уже на ящик не запрыгиваю. Давай, вперед, отлично. Идем вниз теперь. Ага, вот оно что. Так. Ну давай, забирайся, звездочка. Чуть-чуть не хватало. Давай, вниз, вниз, вниз. Еще. Да ёлки-палки, не забирается. Чуть-чуть не хватает. А если я уберу этот ящик? Так, я надеюсь... Да, плохая была идея. А, кстати, звездочку я же уже забрал, так что... Потратил жизнь, но звездочку забрал. И теперь мне нужно этот ящик подвинуть. То есть поставить вот на левую лесенку, а на правую самому забраться, наверное. Так, только что-то... Что-то было заел. Так, наверх, отлично. Опа, вот оно как. Классненько. Одну звездочку не забрал, я и одну жизнь потратил. Так, а здесь у нас что? О, развалилось. Все развалилось. И что этот рычаг делает? А, смотрите, все водой наполняется. А, кстати, там долго ждать. Может, а если я выключу? Если выключу, оно убывает. Если включу, он опять поднимается. До какого-то определенного уровня полностью она до верха не залилась. Ну, по крайней мере, можно... Можно звездочку забрать таким образом. И проверить потайные ходы. Только на шипы нужно не нарваться. Не, нету тут, кажется, потайного хода. Хода, точнее. Можно наверх. Запрыгивать. Да, и звездочка прямо в самом верху. Ее нужно забрать с помощью вот этих вот двигающихся телег. Так, сейчас вот на эту запрыгну. Разгон. О, забрал звездочку с первого раза. Круто. Так, теперь опять забираемся вот на эту штуковину. Да, только мне нужно было перепрыгнуть на верхнюю. Да, с верхней вот сюда. Кстати, чтобы забрать эту звездочку, мне, по-моему, придется подкатить камень вот этот вот. Прям сюда, но только мне, наверное, его нужно не потерять тут. Потому что, судя по всему, мне его нужно с этой горочки скатить, только с правой стороны. Что там будет, я пока не знаю. Ой. Валун, подожди, не укатись, смотри. Так. Не, почему-то я вот не могу эту звездочку забрать. А, не, забрал. Все отлично.
Так, звездочку забрал, и теперь... Ну, логика, точнее не логика, а шестое чувство мне подсказывает, что нужно сюда его. Упс. Его нужно было посильнее толкнуть. Чтобы он на кнопку нажал. Так, его нужно разогнать вообще конкретно. Давай, разгоняйся. Нет, опять не получилось. Что за странности какие-то? Может, вот так действительно подпрыгивать нужно за ним? Да никак он не достает вообще. А-а-а, секундочку. Кажется, я понял. Мне нужно его катнуть. Вперед него убежать. Нажать на кнопочку, чтобы он сюда заехал. Точно. Сейчас так и сделаем, только мне его нужно, наверное, чтобы успеть это все сделать. Нужно его запустить вот прямо отсюда, чтобы он катился. Причем, чтобы он докатился сам. Ну-ка. Ну что, он докатится или нет? Да, докатится. Так, спешим. Нажимаем кнопку. Ой-ой-ой, блин. Сорвалась кнопка немножко, но... В принципе, я думаю, так и сработает. Так, еще раз так вот сделаю. Только нужно побыстрее это все организовывать. Так. И нажимаю на кнопку. Шарик, ты куда убежал? Да, точно. Точно. А, ну, кстати, мне кнопка для этого и нужна была. Что-то я тормозил. Валу мне нужен, чтобы, в принципе, наверх просто забраться, и все. Отлично. 3 звезды. За этот безумный уровень. Ого, какие тут катакомбы. Ну, ребята, на сегодня все. Всем огромное спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Не забывайте подписываться на канал. Всем удачи, хорошего настроения. И пока-пока. Продолжение очень скоро.